Продолжим выпуск. Сегодня в рамках 7-го Эстонинского экономического форума прошел первый международный саммит журналистики G-Global «Мир 21 века». На панельной сессии, посвященной обучению репортеров, состоялось награждение победителя республиканского конкурса «Жас Дидар». Им стал студент Северо-Казахстанского государственного университета Дамир Абуов. О конкурсе я узнал из интернет-сайта 7-го канала и решил сразу участвовать. Повесил себе на стене даже надпись такую: цель — выиграть конкурс. Ну, я очень рад, что сегодня на отечественном телевидении существуют такие проекты, и я уверен, что необходимо дальше двигаться в этом направлении. Конкурс «Жас Дидар» год назад объявил 7-й канал. Цель – выявить наиболее талантливых, креативных и смелых студентов факультетов журналистики. Всего жюри конкурса осмотрело около 50 телесюжетов. Работа Дамира Абуова, по словам жюри, отличилась нестандартным подходом в освещении темы увлечения студентов. Материал полностью посвящен о брейк-танцорах.